дальше мы идем в Зару. Смотрим витрины. Идем. Сейчас все расскажу, что мы здесь видим. Так, значит, самая популярная вещь — пакет в стиле Шанель. Стоимость 59 евро. Качество хорошее. По-моему, он хлопковый, только внутри у него. Сейчас посмотрим. Качество. Боже. Ладно, не посмотрим. Так, вот жакет. Дальше идет такая линейка из песочного цвета. Пальто тоже свободного кроя. Стоимость его 1999 крон. Смотрим. Дальше стеганые курточки. Жилетки вязаные. Вот. Жакет. 1999. Так, пальто черное, свободного прямого кроя. Так, перья очень шикарно, тоже прямое, удлиненное. Дальше жакет. Смотрим. Такие вот с цепями. Блузочки 699. Дальше очень интересное сочетание цветов. Пальто и широкие брюки. Такое вот платье. Дальше идем. Так, очень много в Заре таких платьев в стиле Шанель. Но видите, качество уже не очень здесь. С бубенечками стоит такое. Сейчас скажу. 39 евро. Дальше кожаные брюки, корсет. А, ну это не корсет, это боди. Такое стоит, боже мой, 599 стоит. Смотрите, стеганая коротенькая курточка стоит 1599. Очень с карманчиками, такая веселенькая. Дальше под эко-кожу. Это, вернее, не под эко-кожу, это о эко-кожу. Пахана. Маленькие. Стоят они 1599. Так. Рубашки 1299 это стоит. Опять рубашки. Такие жакеты. Очень много вязанки. Вязаные такие свитера предлагают клинсами 799. Так, дальше. Такой вот леопард. Платье. Посмотрим, сколько оно стоит. 799. Опять вязаная, стеганая из кожи, жилеточки, юбочки тепленькие, такие вот кроссовочки. Их цена неизвестна. А, 549 написано. Такая вот сумочка. Бабкина жилетка 799, ну модные, я себе такие покупала тоже парочку вязаных, они очень теплые, удобные, накинул, пошел, сейчас очень удобно, предлагают с кожаными брюками, утепленные рубашки, стеганые куртки, все это у нас синий, такой насыщенный, очень яркий цвет. Сколько? 1599. Но она тоненькая, ну прикольная. Потом есть удлиненная, что это там тоже. Такое с хаким. Вот, в общем-то. You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Всем привет! Всем пока! На часах 16 часов практически.
с 15-16 у нас такая вот погода. Папа, как дела? Это я. Ну, такая нормальная погода для середины ноября. Так, сейчас главное. А сейчас, подожди, залиться. Помолчи. А вот здесь, смотрите. Мама, помолчи, я смотрите, здесь овечки. Эти овечки. А я им рэп хочу зачитать. По сути. Вот эти. О, какая прелесть. Привет, пока, как дела? Это я, вот бумага. Все? Так, это креслица. Такой вот очень милый, красивый поселочек с очень красивыми домиками. Здесь только частный сектор, здесь нет никаких высоких домов, многоквартирных, многоэтажных. Здесь такая вот одноэтажная Прага. И это Прага, это не за Прагой находится. Вот, такая вот красота. Погодка, конечно, не совсем располагает к съемкам. Всем привет! Всем привет, всем пока! Как мы дела? Едем на футбол. Это я, вот, Кристина Биг, А вот еще сейчас... посмотрите, здесь садят цветочки так вот. Сейчас зачитаю. Это садят специально каждую вот осень, всем весну. Привет, всем пока. Садят цветы. Я и баба Кристина. Так, не перебивай маму. Автобус. Мама. Же район такой. А он ты знаешь, что ты можешь телефон вперед поставить? Ну вот не перебивай. Это уже такой более, ну как бы, просто, чтобы район с многоэтажными домами. Так, очень похож на наш советский как бы район. Союз. Не Союз, а районы, которые строили в Советском Союзе. А ну и мы не старые, как бы, и до сих пор строят. Мама. В России, в Беларуси. Мама. Вот он там виднеется, и вот туда мы направляемся. А ты это на YouTube канал будешь выкладывать? Вот Полина здесь принесла нам показать свои поделки. Вот она сама уже берет книжку и делает. Вот динозаврика сделала такого. Салон. Вот красавчик. Такой с бивнями. Это вот лев. Это свинок. Акула. Вот два носорога. Наверное, Платон и Полинин. Черепаха. Там ежик. Уже его помяли. Так, жираф. Так, блин. Щенок сидит. И вот крокодил. Тут у него бассейн свой. Полина отгородила. И яйца. А, ну да, и яйца. Он с крокодила отложил белый вон. У меня есть котик. Он такой хороший. У меня есть котик. И зовут его Алёша. Алёша. И потом дальше другая песенка идет. Потому что есть Алёшка. Меня. Что ты делаешь? Отпусти. Алёша, отпусти. Ну так, сейчас сделаем немножко такое джингл-беллзное настроение. Все. Одели Алёше красивый шарфик новогодний. Все. Кто готов к празднику? Алёша. Алёша. Пс-пс. Вань, почему он на Алёшу не отзывается? О, Марьяша пришла. Марьяша,
Просто мы подумали, это же главная Ванина подружка. Вот Иван да Марья. Вот как мы так прогадали? Марьяшей надо было назвать. У меня есть котик, он такой хороший. У меня есть котик. О, как он красиво сделал. И зовут его Алёша. Это, кстати, все начал именно Рыжик. Он попёрся за этим дождиком. Именно он привлек к нему внимание. Он, если бы не он, это он виноват. Это он виноват. Сейчас мы с ним будем разбираться. Это виноват вот этот парень. Смотрите. Смотрите, какая морда. Наглючая. Видно сразу какой-то, как будто Алёша. Вот какой красивый дождик. А где я даже такой покупала, я не помню. Все. Все, дождик мы конфискуем. Даже еще не 1 декабря. Все. Ваня, они не поймут логики. О, посмотрите еще раз. У меня есть котик. Он такой хороший. Половиной. Так, все, тише, Ваня, не мешай, мне здесь песня. Ага, не мешай мне. Тише, тише. У меня есть котик. Он такой хороший. У меня есть котик. И зовут его Лёша. Еще раз пою, подожди, плохо вышло вообще. Так, начнем, да, с лапок. У меня есть котик. Он такой хороший. У меня есть котик. И зовут его Алёша. А что ты делаешь? Че ты повис там головой? Я испугалась вообще. Ну, может, мы плохо встанем. Алёша мой, ну давай снимем вот это все. Все? Все? Красавчик мой, ты посмотри, насколько красивый у меня кот. А! Посмотрите какой. Вот он, герой. На место. Сэмми. Ой, не Сэмми, Рыжик. Рыжик, покажись. Алёша. Алёша. Алёша, у меня есть котик, он такой хороший, у меня есть котик, и зовут его Алёша, Алёша. Ну ты точно кинозвезда, ну с тобой клипы можно снимать. Алёша, Алёша. Ты сейчас похож не на Алёшу, а знаешь, на кого? Скажи, ты вообще, Наташа, с головой дружишь хотя бы иногда? Хотя бы иногда там легкую дружбу заводишь с головой или нет? И вот что я тебе отвечу на это? Конечно, заложу. Да, очень даже хорошую дружбу с головой. А ты не собираешься, будешь вот тут сидеть вот так вот? Дождик был конфискован, но пока что еще отсюда не удален. Ну хороший, ну хороший же какой-то, маленький такой. Ну, ёжик, это наш ёжик. Кротик-ёжик. Кротик, потому что не любит свет, когда включают резко. А ёжик, ну потому что вот он сидит, как ёжик маленький. Ну все, ждет, пока его потискают. Иди ложись уже, все спать. Иди ложись на кроватку, сейчас приду, иди ложись. Ёжик, это ты такой. И вот это твоя собака, она тоже такая, как ты сказала. Она говнёжик. Она, да. Угу. А мой котик, он не такой. Мой котик золотой. Он мальчик. Бусечка моя. Это не трогай. Все, это я забираю, на это смотреть не надо. Это, вот это, пока что уходит на полочку. У него такой взгляд заинтересованный, когда он видит дождик. Зацените, какая я лайфхакерша. Это я стригла свою шапку. Я ее постирала, и она вся, конечно же, это, естественно, была в катышках, ну, из-за того, что я ее постирала, хотя я стирала вручную, там, при помощи такого жидкого средства, но я редко это делаю, честно скажу. И она вся была в катышках, и я их состригла. Ну, какая я придумщица, да? Причем сначала я взяла не очень острые ножницы, они не подошли, мне пришлось вот эти брать, которыми я стригла Ваню. И все нормально, справилась хорошо.
Вот такие дела. Сейчас пойду убирать дом. Да, Сэм? Пойду убирать дом. У меня дома бардак, мыть пол. Да, Рыжик? Вот возле Рыжика какой грязный пол. Заплеванный чем-то, не пойми чем. Туалетики Рыжику менять, готовить, кушать. Короче, дел еще как обычно. Вот, хотела поделиться таким просто такой штукой. Ну, в смысле, штукой. Может, кому-то будет полезна такая идея. Let the water go where it wants to go. You can run and hide. You can bury yourself beneath the stones. Somebody told me don't pretend, 'cause everyone can use a friend sometimes. Some good advice. Take a breath. Let me be a part of something real. Someone said it's better when you hold on to a helping hand. Sometimes we could all use a friend. Сейчас буду готовить пирожки. У меня тесто дрожжевое. Это не закваска, дрожжевое тесто. И половина из муки цельнозерновой. Поэтому и цвет соответствующий, да, такой с мелкой крупинкой видно мука. Ну, попробую хотя бы так сделать это более полезным блюдом. Я еще сегодня хлебушек испекла. 4 булочки. Одну я уже порезала, убрала. А эти 3 тут пока что балдеют. Вот, начинки. Яйцо, лук и капуста. Капусту я показывала, как я делала ее в духовке. Просто запекала в духовке. Гораздо быстрее выходит, чем если ее на сковороде обжаривать. Ну, и мне как-то больше нравится. Как-то, ну, реально быстрее получается. Все, сейчас буду делать с той и с другой начинкой, выкладывать на противень и запекать быстренько. Так, думаю, надо тесто, руки немножко смазать маслом, чтобы немножко проще формировать было шарики. Может, ну проверю, короче, сейчас. Может, потом в последующем, не знаю просто, какое тесто. Так, ну я буду брать просто вот такие маленькие шарики. Само тесто я не трогаю. Вот это тесто, рецепт его, очень классно подходит для пиццы. Вообще идеально получается, суперское. Все, я немножечко вот так вот обмакиваю с двух сторон. Можно сформировать шарики, можно этого не делать. Я буду немножко посыпать, потому что в прошлый раз, когда я вот так же их обсыпала цельнозерновой мукой, вышли очень классные пирожки с такой как посыпкой сверху. Мне это очень понравилось. Я подумала, что повторю. Я не буду делать их слишком большими. Ну, как, впрочем, и совсем маленькими тоже делать не буду. Вот такой размер. Приблизительно, чтобы где-то, ну, чуть больше чайной ложки положить начинки. Все. И запечатываю просто обычным таким швом вверху. Вот так вот. О, я не в камеру держу. Запечатываю просто сверху. Оп. И потом
такую форму делаю и немножко ее рукой сверху прижимаю. Все, чтобы краешки немножко... Чтобы они не засохли. Если краешки сделать вытянутыми, они немножечко подсохнут. Ну, на любителя. Кто любит, так может делать. Все. Вот такой пирожок у меня готов. Сейчас буду делать первый противень весь с яйцом и луком. У нас сегодня выпал снег уже немножко, тоненький такой слой, поземочка. Я там поснимала пару кадриков. К вечеру сейчас вообще собаку выпускала, уже реально холодно. Ну, у нас уже несколько дней холодно, но при этом прям снега нету, ничего такого. Хотелось бы уже даже, пусть бы уже снежок выпал. Все, вот так вот. Я вообще там в кадре? Да, в кадре. Темно у меня как-то в кадре, мне не нравится. Почему так темно? Недостаточно освещенный у меня кадр. Надо будет мне, наверное, сместиться. Все, прижимаем. Буду вот тут. О, вот тут кадр прям будет посветлее. Все, второй пошел. Они в процессе подрастут немножко. Ну, не очень сильно, но немножко подрастут. Вот кусочки я беру, видите, небольшой, к размерам с грецкий орех. Ну, это у меня такое тесто. Каждый по своему тесту смотрит. Это у меня универсальное тесто. Я его использую на пиццу. На пиццу получается очень классно. Всегда готовлю это тесто на пиццу. Только пиццу делаю только с этим тестом. Но единственное, его не нужно... Вот сейчас я делаю тоненько, раскатываю, да? А на пиццу нужно немножко все-таки, чтобы она была потолще. Иначе эффект будет не тот. Вот. И оно очень классное тем, что не нужно много ингредиентов. Очень простое. Главное, чтобы дрожжи были дома. У меня сухие. Я использую сухие. Но в рецепте тоже стоят сухие. Как-то иногда бывает, забудешь купить дрожжей. Иногда бывает, их просто нету в продаже сухих. В общем, главное иметь дрожжи для этого рецепта. Все, вот такие пирожки у меня будут получаться. Может, парочку сделаю покрупнее, но пока вот мне такая, очень даже по кайфу такая величина, размер такой. Значит, посмотрите, как в моей записной книжке, оно называется «Очень крутое тесто для пиццы дрожжевое». Если я подписываю таким комментом, значит, это клево. Сейчас я вам его прочту. Значит, для приготовления этого теста универсального, еще раз подчеркну, с ним можно делать и сладкие пирожки, и пирожки с какой-то начинкой, и пиццу. Оно у меня оригинально идет для пиццы. Вам потребуется, здесь у меня две порции, я делаю сегодня на две порции. Для одной порции потребуется 1 стакан теплой воды, 3 стакана муки, один из них желательно высшего сорта, 1 чайная ложка соли, 1 пакетик сухих дрожжей, или 2 чайные ложки без горки сухих дрожжей. Сегодня, допустим, я брала... в зависимости от того, что у меня есть в наличии. Сегодня у меня был единственный последний пакетик сухих дрожжей 15 грамм. Я их взяла вот для этого количества, для двойной порции. Обычно я беру где-то 7-11 грамм приблизительно на одну порцию. Но и на 15 грамм, вот я сейчас взяла пакетик, все супер получается, так? 1 пакетик сухих дрожжей или 2 чайные ложки без горки. 1 чайная ложка сахара. Это в оригинальном рецепте. Я добавляю всегда больше. И 2 столовые ложки оливкового масла. И немного для смазывания. Или растительного масла. И немного для смазывания пригодится противень, на котором будут выпекаться ваши изделия. Я беру всегда больше сахара. Потому что я люблю, когда тесто имеет такой сладковатый привкус. Мне это нравится. Кому это не нравится, 1 чайная ложка. Но я считаю, это даже для приготовления пиццы слишком мало. Честно, я считаю, это прям, ну... Я добавляю где-то 3 столовых точно, приблизительно. Но я люблю вот это противоречие вкуса. Я соли добавляю, ну, столовую ложку, как и надо по рецепту. И... сахара. Ну, это смотрите сами. Кому что. Кому не нравится, тому не нравится. Все. Значит, потом очень простая технология. Дрожжи растворяем с небольшим количеством теплой воды. С сахаром. Ну, сахара там вот это количество прямо и закидываете. Все, которое у вас пойдет. Но я добавляю и в дрожжи сахар, и еще отдельно в муку тоже добавляю сахар. Так? Дрожжи растворяем с небольшим количеством теплой воды с сахаром. И когда дрожжи прореагируют, отправляем их в смесь муки. Смесь муки такая. В большую миску просеиваете муку. Я не просеиваю никогда. Вы просеиваете.
Потому что так нужно по рецепту. Меня это запаривает действо просеивания. Я как бы не увидела разницы. Я пробовала и просеивать, и не просеивать. Ну, как бы, по мне эффект один и тот же. Даже те, кто говорят, что вот нужно просеивать муку в шарлотку, ради бога, просеивайте. Я этого не делаю, и моя шарлотка получается такой же воздушной. Это дело вкуса. Короче, делайте, как вам будет приятнее. Вот. Значит, большую миску просеиваем муку горкой. Ну, я не просеиваю горкой. В углубление кладем соль, масло и опару. И туда же добавляем вот стакан теплой воды, да? Один стакан теплой воды. И немного мы возьмем для того, чтобы растворилось у нас, дрожжи прореагировали. Ну, например, я беру где-то не меньше половины стакана теплой воды. Короче, смысл такой, что если тесто не будет достаточно эластичным, вы по ходу можете легко и просто добавить туда, ну какие-то у меня они разного размера, легко и просто можете добавить туда этого воды. Потому что тесто, когда вы будете замешивать, это очень важный момент. В будущем, вот видите, оно у меня постояло, поднялось, и я не добавляю сюда ни муки, ничего больше с ним не делаю. Если бы я сейчас делала пиццу, я бы просто элементарно смазала противень, немножко руки смазала маслом, и вот прям таким куском бы взяла, если нужно, то половину, в зависимости от размера там вашей пиццы, которую вы собираетесь приготовить, и просто бы руками начала растягивать по противню, не применяя муку вообще. Сейчас я припыливаю муку, ну не припыливаю, ну вот мука, видите, добавляю муку, по той причине, что мне нужно раскатать это тесто. Раскатать его без муки вы не сможете, наверное, но я всегда его растягиваю, и идеальное получается суперское тесто для пиццы. Оно уже проверенное 500 миллиардов раз. И я тут наверняка и пиццу приготовлю на этом тесте, на канале тоже. Оно всегда супер классное получается. Я тесто на кефире не люблю, не делала. Ну, может, мы и делали там в моем глубоком детстве когда-нибудь кефирную пиццу, но у нас в семье такая непопулярна, мы такую не делаем никогда. Я предпочитаю тесто, которое будет больше походить именно такое, ну, на оригинальное. Оно не получится как оригинальное, не надо иллюзий. Это не будет тесто, как в пиццерии вы едите. Ну, хотя зависит тоже от пиццерии. Но это будет очень достойное, классное тесто. Оно не будет слишком тонким, не будет толстым. Ну, конечно, от вас зависит, если вы там толщину в два пальца выложите, ясен пень, она подымется и будет очень высокая тогда пицца. Вот и все. Значит, по приготовлению давайте дойдем. Вот. Мои пирожочки. Надо их вот здесь все-таки готовить. Самое светлое место. Значит, по приготовлению тесто смешиваем вот опару, да? И вот эти все ингредиенты. Мука там и тра-та-та, соль, сахар. Замешиваем тесто. Тесто должно быть эластичным. Оно не должно быть тугим. Муку по ходу я практически никогда не добавляю. Муку я измеряю так. Когда-то давным-давно... Ну, я вообще такой человек, я стараюсь как-то все сделать максимально простым. Я когда давным-давно измерила, что один стакан муки вмещает 4 столовых ложки с горкой муки. 4 столовых ложки с горкой. С тех пор я не меряю никакими стаканами, я просто беру 4 столовых ложки. То есть для рецепта вот этой пиццы, ой, пиццы говорю, этого теста, мне потребовалось 12 столовых ложек с горкой муки. Все. Такая схема. Блин, как-то я уже начала много теста брать, надо поменьше брать. Увлеклась болтовней. Все. И когда тесто мы вымесили, оно получилось такое... Оно вот такое будет, мягкое, такое хорошее. Немножко, может быть, легкая клейкость к рукам будет присутствовать. Но вы, если смажете в процессе маслицем немножко руки, то это будет незаметно. Либо, может, можно водичкой. Я, по-моему, и водичкой тоже смазывала, я точно не помню. Вот. И оставляете это тесто подойти. Оно очень хорошо подымется. Оно у меня было там на донышке, а поднялось вот прям до самого верха, да? И когда я просто полотенце сняла, оно и упало. Ну, это не важно. Если бы я готовила пиццу, то здесь будет на две большие пиццы. Пицца будет размером на противень большой, потому что вот у меня есть маленький противень, есть большой. Вот размером на два больших противня, вот это количество. То есть, если я делаю порцию как на одну порцию, да? То из нее можно легко и просто приготовить на маленький противень две пиццы. На маленький противень. На большой противень одну все-таки выйдет, наверное. Вот. Все. Я с вами поделилась таким рецептом.
Он классный, он реально, он действительно хороший рецепт, если все делать как надо. Вот. Так что пользуйтесь с удовольствием. Он у меня уже откатанный 500 тысяч раз. Я уже чего только с него не готовила. Ну, так, наверное, у всех хозяек есть какие-то любимые рецепты. Мне он нравится тем, что сюда не нужно никаких дополнительных танцев с бубном. Типа, там, какое-нибудь сливочное масло растопить, тра-та-та, ввести. Там, яиц взбить, тра-та-та, ввести, добавить. Ну, короче, тут ничего такого нету. Все очень просто. Ну и вообще, я люблю такие рецепты собирать. У нас, ну, всякие времена были, как у всех людей, да, мы все пережили. И 90-е вот эти вот годы, которые не были никогда очень-то сытыми. Так что у меня много всяких таких рецептов, которые требуют минимум продуктов. И довольно-таки прикольно получаются, очень хорошо, очень вкусно. Мама моя всегда такие всякие штучки готовила. Вот. Ой, упала у меня начиночка моя. В прошлый раз я готовила эти же пирожки с начинкой из картошки. Ой, наверное, мне теста не хватит тут. А может, и хватит. С начинкой из картошки. Я просто отварила картофель. Вилочкой его так помяла. Отдельно пожарила лук с морковкой. Или даже морковку не добавляла. Вот не помню. Но помню, что грибы добавила. Буквально там, не знаю, 4-5 грибчиков у меня было. Оставались шампиньонов. И я их добавила. И получились такие вкусные пирожки, обалденные. Я их показывала во влоге. И я тогда их ела и думала, блин, вот не хватает пирожков с капустой. Потому что, ну, я люблю пирожки с капустой. Кто не любит, тому, конечно, лучше такие не делать. И я тогда подумала, вот не хватает пирожков с капустой. Было бы вообще супер. И все не было в интернет-магазине, в котором я заказываю, ну, доставку домой. Не было капусты. Ну, вот, наконец, она появилась. И... я решила приготовить эти пирожки. В общем, вот, дальше своими успехами поделюсь, когда сейчас доделаю пирожки. Покажу, что мне из этого получилось, так? Ну, пока, до связи. Хочу показать, что у меня получилось, да? Вот получились такие хорошенькие пирожки из-за того, что цельнозерновую муку я использовала сверху, вот когда их формировала. Они как будто бы посыпаны крошкой. Конкретно мне это очень нравится. Мне кажется, это, ну, довольно-таки мило. Такой размер. Ну, размер зависит от того, какой вы будете готовить. И на разлом покажу. У меня с яйцом и луком. Подождите, сейчас поближе, может, покажу, потому что как-то плохо видно. Вот. У меня с яйцом и луком вот этот вот. Очень хороший вкус. Наверное, это будет с капустой. Да, и с капустой. Очень классный вкус. Вот такие пирожки у меня вышли. Сейчас сниму немножко с другого ракурса. Только такое ощущение, что недосвет. Вот, с яйцом и луком. Смотрите, какие снаружи прикольные. И тесто очень хорошее вышло. Это с капустой. Такие клевые пирожки. Готовьте. Уверяю вас, кто попробует, тому точно понравится. Начинку можно варьировать, готовить какую вам пожелается. На вкус, пожелания вашей семьи или вас самих. Спасибо, что вы просмотрели это видео, уделили нам внимание. Всем большое спасибо, всего хорошего, всем любви. Ха, всем любви. Так сказала нечетко, потому что жую, простите.